Итак, мы добрались до озера, и теперь я спускаюсь вниз к нему. И это уже так круто, посмотрите, оно похоже на снег. Летом снег. Очень круто. Люди есть? Да. Кто-то, я вижу, уже мажется грязью. Я читала в интернете, что под коркой этой соли находится грязь. И люди, как правило, мажут себе суставы. То есть оно не только соленое, но и грязевое. Я никогда не бывала на соленом озере. Вот никогда не видела такое. Кстати, ничем пока не пахнет абсолютно. Я вот ожидала, что будет пахнуть какими-то водорослями. Под ногами просто соль, вы посмотрите. Ничего себе. Послушайте, как она хрустит. Вот люди впереди мажутся. Дойти до какого-то определенного места – это проблема. Посмотрите на мои ноги. В шлепках здесь, да, не походишь. Можно увязнуть. Причем конкретно. Давайте я вам покажу, как я набираю эту соль. Посмотрите. Просто берешь вот так, зачерпываешь, и у тебя вот такой ком. Очень приятно в руках. Так он, такая вот соль. Просто все в соли. Около соленого озера организован кемпинг. И въезд на его территорию платный, но вы можете оставить машину недалеко от въезда и дойти пешочком. Сейчас мы идем на море, чтобы вымыть ноги. Море тут совсем близко. Посмотрите, какой здесь пляж. Вот справа от меня этот автокемпинг. Люди останавливаются с палатками и ночуют на берегу моря. Вот такой вот пляжик. Песчано-каменный, море бушует сегодня. Люди купаются, людям нравятся такие большие волны.